только из Татарстана на фронт ушло более 700 тысяч человек, почти половина из которых не вернулась домой. Никогда не померкнут имена Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Мугумы Сатлановой, Петра Гаврилова. Детям и внукам скажите, пусть их подвиги в сердце хранят, пусть букеты нарциссов, как слезы, лягут памятью в ноги солдат. Пусть тюльпаны, гвоздики и розы вечным пламенем вечно горят. Все их судьбы беда раскроила, и огнем обольску. Пусть навеки запомнят сыны, если боль тех солдат станет близкой, на земле будет мир, мир без войны. Запись пошла. Запишу заодно. Запись идет. Да здравствуй, что? Победа! Праздник! Ой, дедушка, всем с праздником! Ну расскажи что-нибудь о дедушке. Запись, видеозапись идет. Расскажи что-нибудь. Он служил на украинском фронте, мой дедушка. В гвардии старший сержант. Танкистом. Он был танкистом, горел в танке. Здорово! Мы все вами искренне гордимся, и наша благодарность за мир, за счастье, за жизнь просто безгранична. В этот великий праздник, радостный и замечательный день, мы желаем вам крепчайшего здоровья и благополучия в жизни. Пусть в ваших сердцах не перестает играть песня победы. Будешь жить веками, бессмертный бог, победы наши пламя, бессмертный.